Салют, народ, с вами Виолент, и мы продолжаем с вами смотреть различные моды в GTA 5, и сегодня у нас Билли Пила. А, как вы помните, этот братишка с фильма Пила. Кто смотрел в Пилу, ребят, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Фильм просто охренительный, потому что там дохрена было мяса, и сегодня, ребят, тоже будет мясо, мы сегодня будем навещать некоторых братишек. Вот таких вот братишек, красные домики, мы будем заезжать и, естественно, с ними играться. Ну, а перед этим, ребят, попрошу вас поставить лайк. Так, ну что, у Биллы Пилы есть, да, у него есть велосипедик, как вы помните, но не трехколесный, но он красный, ребят. И здесь какие-то есть братишки, вон, сидят, я предлагаю с вами вот так вот сразу ху-ху-ху-ху-ху покататься. Ведь Пила хочет размяться, правда? Смотрите, как он выглядит. Блин, это на самом деле ужасный человек. Давайте заедем, что ли, на пикничок сюда. Не смотрите, что сейчас день. Это он захотел... ночью? Ну, ой, днем! Днем захотел поиграться! Ну, ничего, мы будем играться днем. Там он... Смотрите, тёлочка отдыхает. Давайте подъедем вот так вот на велосипедике. Как недоразвитый какой-то. Опа! Ого, куда ты полетел-то, а? Смотрите, они боятся, одна тёлочка не боится. Дзинь-дзинь-дзинь, я ей сейчас дзинкаю, ребят. Дзинь-дзинь-дзинь. Ты не хочешь, я тебя прокачу на своем велосипедике? Смотри, какой он у меня прекрасный. Какой чистенький, я только что его купил в супермаркете. Там самолетик летит. Дамочка, не хочешь? Но как хочешь. Кстати, на этом велосипеде можно прыгать? Почему-то я не могу ничего сделать, ребят. Чё за дичь? Ах, какой... Ай, фальшивку мне продали, говнюки. Так, ребят, сейчас мы с вами сделаем нормальный велосипед. Потому что это не велосипед, а какая-то параша. Во, давай BMX. Вот это другое дело, ребят. Давайте, сейчас я ее устрою. У-ху! Ни хрена себе, Пила-то умеет, а? Я хотел ей, сами понимаете, что... Я хотел и на голову наехать колесом задним, это же прелестно будет. Так, давай набираем скорость. Давай, Билли Пила готов на взлет. Уху! Блин, Билли Пила. Чё ты там кряхчишь-то, а? Старуха, ты мне неинтересна. Ведь я еще молод. Напишите, кстати, он молод или нет. Мне кажется, на самом деле он ни хрена не молод уже. Ой, тихо. Так, давай-ка от первого лица. От первого лица, там у него масочка-то вылазит. Давай-ка... Опа! Чё, не попал? Блин, а я не успокоюсь, пока не попаду. Пока не попаду ей по рыльнику-то, я не проеду-то колесиком-то, а? Колесики маленькие, но я думаю, она заслужила этого. Она высасывала деньги со своего мужика. И она должна заплатить за это. Да! Нет? О, смотрите, мы ее прикокошили, мы ее задели, ребят. Отлично. Куда поехала? О, шикарно. Мы ее убили, ребят. Давайте бабки подберем. Офигеть. Мы ее, ребят, убили. Плюс 10 баксов нам дала телочка. Да. Да, просто прекрасно. Мы можем еще, кстати, искупаться. Давайте. У-ху! Охренеть, когда вы видели, что Билли Пила... Короче, я буду называть просто Пила. Купалась. Я ни разу не видел. Он только на велосипедике ездил, и то... Его никто лица еще до сих пор не видел. Ладно, хорошо. Там еще какие-то братишки есть. Точнее, один сидит. Давайте возьмем этот велосипед свой любимый. Хоть мы не можем на нем прыгать, но да пофиг. Так, давайте вот так вот остановимся здесь. Тихо, 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 дружок, тихо. Опа. Смотри, как прекрасно. Я тебя на велик притянул. Ну и поехали. Поехали. Да, Пила сегодня будет играться. Давай-ка я тебе водичку. Давай-ка я тебе водичку засуну. Ну-ка. Давай. Блин, ты слишком тяжелый. Велосипед мой. Черт возьми. Садись. К сожалению, он сесть не может, ребят. Давайте его просто свяжем. Куда? Лежать! Тебя никто не отпускал. Сегодня дневная пати у нас будет. Вот, шикарно. Ой, хорошо как. Хорошо с Трупецким-то плавает. Ну, он еще не Трупецкий, конечно. Ну все, пока. Ладно, ребят, поехали уже на дело, наконец-то.
Хватит, поигрались, это была разминочка такая. У-ху! Билли-билла! Ой, какие у него губки накрашенные, черт возьми, какой красавец-то! Сколько здесь людей, ребят, сколько здесь людей. Дамочка курит. Да, я хочу с вами познакомиться. Могу ли я с вами? Какого хрена я еще спрашиваю? Какого я еще фига спрашиваю? Могу, если с ней познакомиться? Нет, иди сюда! Я хочу с тобой знакомиться. Как тебя зовут? Меня зовут Пила. Я люблю подвешивать за дерево. Вот. Вот это уже другое дело. Ладно. Давайте берем наш дриндулетик. Давайте уже получше возьмем. Так, хорошо. Начинаем, давайте, ребят, с первого дома. Давайте сразу доедем. Ни хрена себе у него велосипед. Офигеть, да? Спортивный. Пила, блин, вырос, черт возьми. Недаром он убивал столько людей-то, а? Ой, красная машинка, даже я тебя обгоню. Смотрите, велосипед быстрее машинки едет, офигеть. А хрен ты меня догонишь, говнюк. А если догонишь, то... по заслугам тебе будет все это. Если меня догонишь. Как помните, Пила... брал жертв, которые заслужили. Заслужили свою... свою заслужили. Так, мы уже близко возле домика. Давайте посмотрим, я, ребят... если честно, сам еще не смотрел, что в этих домиках. И не знаю, работает, не работает, сейчас посмотрим. Потому что я все с вами смотрю. Так, 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 едем, едем, едем. Так, ну что у нас тут? Так, я понимаю, так это домик, да, нихреновый? Окей. Ой-ой-ой-ой-ой, походу я переехал тебя. Ну, думаю, ничего страшного, ты не расстроишься. Смотрите, здесь... опа, хорошо... хорошо, переехали. Ох, еще хорошо. Цветочки, удобрение будет хорошее. Ох, удобрение просто прекрасное будет. Просто прекрасное. Ведь я прав? Да. Как прекрасно-то, а? Ого! Что вы там делаете? Я могу заехать? Ох, я могу заехать. Отлично, отлично, ребят. Приехали, приехали в свой домик, поехали. Так, нажмите Е. Отлично. Сейчас посмотрим, что здесь интересного. О, ни хрена себе дом. Офигеть, особняк. Так, что у нас здесь? Мне, черт возьми, пипец, как интересно. Смотрите, у него глазки косые. Ого, какой ты большой-то, а? Ой, какой хорошенький, сладенький такой. Так, что у нас есть? Что у нас есть? Не, как вы помните, он вроде бы не применял никакого оружия, ладно. Так, мы можем зайти в этот дом? В этот дом, говорю, в эту дверь. Тут всякие, вон, смотрите, животных до хрена картин. Нифига себе. Ох, мешочек какой-то. Ни хрена, 7700 бабла. Так, можно пригнуться. Че у нас здесь? Заседание? Всякие грамоты. Мы можем, кстати, выйти? Ага, хрен. О! Смотрите, там маленькая... походу, работники, да? Работники этого дома. Значит, хозяин богат. Значит, я должен... все здесь забрать. Подожди, ну-ка. Ох, шкафчик. Мы в шкафчик можем сховаться-то. Спрятаться. Ох, еще одни бабки нашел. Допили сил... били... блин, Пила сегодня богат. Я так вижу. И что, здесь никого нет, что ли? Что за звуки? Какие-то звуки, ребят, были. Нереально, дом какой-то просто... смотрите, сколько мебели. Реально классно. Проработано. Мы можем зайти? Ах, блин, квартира сегодня, значит, пустая, ребят. Никого здесь нет. С кем мы можем поиграться? Значит, никто этого не заслужил здесь, походу, да? Там какой-то грузовик военный, офигеть, давайте выйдем как-нибудь взад. Тут серьезно, больше ничего нет, я больше никуда зайти не могу. Ладно, хорошо, никого так никого. Погнали назад, сейчас к ним ворвемся-то. Че вы стали-то, а? Дамочки, я не понимаю, чего вы стоите-то, а? Иди сюда, к моему велосипедику. Так,
Ох, очки даже с нее спали, а? Ой, хорошо как. Подождите, подождите, менты. А почему на меня менты? Надо вырубить их. Теперь нам менты не будут мешать. Мы вот так спокойненько. Да блин, слишком тяжелые это людишки. Блин, как мне? Как мне? Ой! Ой, что происходит? Ху-ху-ху-ху. Веселье. Веселье. Так, шикарно. Давай. Ох, как она охрененно-то. Да блин, что за хрень, карусель какая-то. Не дрыгайте, спокойно лежите. Поднимай, дрындулет свой. Так, отлично. Жертв надо убить, ребят. Чтобы они не мешались. Блин, они до сих пор мешаются. Ну-ка, давайте попробуем что-нибудь. Какой-то колесиком задним. Да не орите вы. Одна, походу, уже сдохла. Да, одна скончалась. Блин, а где здесь задний двор? Вот же задний двор. А где был бассейн? Ни хрена у них задний двор еще здесь? Че, жертвы все? Отстали от нас? Какая-то хрень, да? Где вообще задний двор? Ладно, это можно открыть? Велосипедик мешает. Ну-ка. Не может выпилить. Блин, а что за дичь? Почему там писало, что... Точнее, было показано, что задний двор же есть. Что-то я не пойму. Так. Может, здесь где спрятан потайная комната? Хрен знает, ребят. Реально, сзади во двора почему-то нет. Хотя, когда мы в доме были, было видно. Ой-ой-ой, разбил себе носик. Пила. О, хорошо, как впечатался. Ну-ка, я хочу на крышу. О, отлично. Может, мы сверху все увидим. Всю суть-то происходящую. Ой-ой-ой, тихо. Не бегать так. Не бегай, братишка. Что здесь у нас? Да, как видите, ни хрена здесь нет. А вот бассейн. А где машина тогда стояла? Машины не видно. Ладно, хрен с ним. Куда дальше двинем, ребят? Поехали тогда в этот дом. По очередке будем смотреть. Опа. Залазь на свой велосипед. Жалко, что мы здесь проехать не можем. Придется вот так вот спускаться по-дебильному-то, а? На своем-то велосипедике. Офигенно. Поехали, здесь где-нибудь выйдем сейчас. Тихо. Кустики мне мешают. Кустики не нужно, чтоб не мешали. Че, он откроется? Ой, хорошо открылось. Все, поехали. Говно дом. Я не знаю, может, сейчас просто там нет никого, потому что уже как бы вечереет. Может, куда-то пошли гулять все. А мы с вами навестили, и никого там не было. Ну, значит, тому чуваку повезло, хозяину этого дома. Ему повезло. Он не сдохнет. А ты сдохнешь, тварь жирная. Хватит жрать. Ведь я тебя могу забрать с собой. Правильно? Ого, какой у тебя мотоцикл. Я бы мог забрать у тебя его. Но да ладно. Я тебя трогать не буду. Ой, автобусик. Автобусик. Пропустишь? Пропустишь? Говна кусок не пропустил. Всякие здесь ездят. Че, он же жрал там? Надо было наказать. И так жирный уже. Ты что, он там факов сказал? Что-то не расслышал. Так. Давайте-ка ворвемся на пати прямо с отсюда. Там какая-то девочка сидит. О-о-о. И котики тут, и мальчик сидит. Девочка некрасивая, поэтому вот так вот себя. Опа! Виси, моя принцесска. Они смотрят. Ты что смотришь, ублюдок? Еще хотел со мной биться, а? Куда? Висеть всем! Вспышка справа, вспышка слева, слева вспышка! Нет, наоборот, справа. А я в левый бок прыгну. Вот, нашел я, нашел! Нашел, ребят. Да, заходим в домик. Надеюсь, здесь будут люди. Да, здесь людишки есть. Да, черт возьми, да. Ого, двое. Две девочки. Как мы с вами, ребят, будем расправляться с ними? Рассказывайте. Как? Как мы будем с ними играться? А?
Как? Как же мы будем с ними играться? А, я предлагаю взять бензин. А чё за дичь? Ой, что ты достал, дружок? Не то ты достал. Будем сегодня палить. О, хорошо льется! Они даже не знают, что их ждет сегодня. Куда ты пропадаешь? Не пропадай. Я его здесь вот полью. Хорошо. Надеюсь, оно подпалится. Да, шикарно. Шикарно. Ой, здесь бабочки. Бабоньки. Подняли мы с вами бабоньки. Ох, она и курит еще. А здесь бензин. А курить вредно, тем более. А когда здесь еще разлит бензин, то тем более курить небезопасно. Ох, порошочек тут. Можно по десне. Ох, хорошо, ребят. Курить же вредно, черт возьми. Она курит. Когда бензин здесь, когда газ. О, наконец-то они поняли, ребят, всю суть. У-ху-ху, сейчас будет классно. Сейчас, черт возьми, будет реально круто. Ох, все, ребят, черт возьми, да, да. Ну-ка, горите, принцесски, горите, черт возьми, да. Ой, как хорошо-то пошло, подпаливайся давай. О, да, черт возьми. А что с ней там? Блин, она что-то не горит, ну вот это сгорело. Так, отлично. А ты что, тебе не страшно? Руки вверх, штаны наверх. Какая ты стрёмная, черт возьми. Какая ты маленькая моя. Ох, какая помпушечка-то. Какая ты помпушечка, бабки, я у тебя заберу. Что у тебя здесь еще есть? Журнальчики. Ох, хорошо, как мусор выносить нужно. О-хо-хо, лампочку мы можем пробить? Кстати, нельзя. Печаль, беда. Ладно, канистру мы еще... Как видите, маска вылазит. Я не понимаю, почему ты не подпалилась-то, засранка-то, а? Должна была подпалиться. Ну ничего, тебя сейчас тоже ждет то же самое великолепие. Вот так вот. Берем свою пукалку и подпаливаем. Давай, подпаливайся. Есть! Шикарно, ребят, шикарно. Это прелесть. Пила сегодня, короче, рад. Реально, пила просто рад. Какие у него зловещие глазки-то, а? Можем еще долбануть. С дробаша тут разнести все. Ну-ка, можем вообще вот так вот сделать. Уху, сейчас будет разнесено здесь все. Давай. Газ, взрывайся. Плита, взрывайся. Телевизор, взрывайся. Все. Ну, вроде мы с вами, ребят, уничтожили все. Ну-ка, мусорка, давай-ка. Шелохнется, нет, не шелохнулась. Ох, там что-то было видно, смотрите. Ну-ка, давай еще раз. Ага, хрен. Ладно, мы сегодня здесь поигрались уже, хватит. Всех убили, все сдохли. Наша задача сегодня выполнена, тем более уже ночь. И можно отсюда уже сваливать. Да, здесь жертвы до сих пор, они лежат. Но, ребят, нам надо сваливать. Даже велосипед остался. Собираемся и уехали. Поехали, пока здесь копы не пришли. Мы должны с вами уехать, черт возьми, я застрял. Тихо, не застревай. Блин, дома понастраивали. Устики-то не злась. Все, ребят, поехали. Ой, пожарка приехала. Это не я был. Это не я. Уху, Лос-Антос мой! Я пила, я еще к вам приеду. Ну что, ребят, на этом все. Если вам понравилось и вы хотите, чтобы мы в следующие домики позаезжали, так сказать, там посмотрели, наказали некоторых ребят, которые заслужили это, потому что пила любит наказывать. Не забывайте ставить лайки, комментировать. С вами был Виолент, и до скорых встреч. Всем пока.